Для фарша нам понадобится 500 граммов индейки, 300 граммов очень жирной свинины, 300 граммов натертой тыквы, 400 граммов 5% творога, одно сырое яйцо и 2 столовые ложки с горкой панировочных сухарей. Тыкву я замораживала прямо в таком натертом виде в одноразовой тарелочке, и ее надо будет отжать. Свинину и индейку я уже подготовила к мясорубке, я порезала их на небольшие кусочки. Если вы не хотите использовать свинину, то можете взять больше индейки. Я пропустила через мясорубку мясо, творог и тыкву, чтобы наши тефтельки были нежнее. Теперь я все это посолю и добавлю специи. Немножечко копченой паприки, сушеного чеснока и чуть-чуть черного перца. Добавлю яйцо и панировочные сухари. Теперь фарш надо очень тщательно вымесить. Делайте это рукой. Если время поджимает, можно уже приступать к лепке тефтелек. А я немножечко подожду, чтобы набухли сухари и разошлись специи. И поставлю фарш на пару часов в холодильник. Теперь можно лепить тефтельки. Набираю ложкой небольшие шарики. Скатываю. И укладываю в форму. У меня получилось 20 шариков. Укладывала я их достаточно плотно, и они идеально вписались в мою форму. В банку я положу 4 столовые ложки сметаны. Добавлю соль. Немножко сушеной зелени укропа. Налью примерно 0,5 литра воды. И перемешаю. Вылью сметанную заливку на наши шарики. И поставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Через 40 минут посыпаем тефтельки тертым сыром. У меня примерно 150 граммов. Если у вас нет сыра, можете не класть, это не обязательно. Но с ним вкуснее. И ставим в духовку еще минут на 15-20. Тефтельки готовы, они очень красивые и румяные. Сегодня я их подаю с рисом. И там еще образуется достаточно много вкусного бульончика. Я его полью на рис. Тефтельки получаются очень вкусные, нежные, с ярко выраженным сливочным вкусом. И можно сказать, тают во рту. Думаю, что и вам понравится такой рецепт приготовления. Приятного аппетита!